Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять первые выплаты семьям с детьми школьного возраста. Прием заявления на 10 тысяч рублей к новому учебному году с 15 июля открыт через портал госуслуг и во всех клиентских службах пенсионного фонда, независимо от места жительства родителей. Согласно указу президента, выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, а 18 лет не раньше 3 июля. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить родители или законные представители. У семей достаточно времени, чтобы обратиться за средствами. Если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре. Соответствующие заявления пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября текущего года.